Когда горят огнем витрин на старых улицах Москвы, нетрудно встретить этого мужчин небесной красоты. На нем всегда костюм отличный, оттенка кофе с молоком, и побродить по улицам столичным очень любит он. Спросите у любого на Тверском бульваре, кто лучше всех танцует твисты рок-н-ролл, кто лучше всех играет Пресли на гитаре. На это каждый ответит, конечно, Вася, 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 ну кто его не знает, Вася, 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 стиляга из Москвы. Пойдите в театр «Современник», на вечеринку в Дом кино. В таких местах всегда вы непременно встретите его. Футбольный матч «Спартак», «Динамо» и переполнен стадион. А это кто сидит с красивой дамой? Ну, конечно, он. Спросите у любого на Тверском бульваре, кто лучше всех танцует твисты и рок-н-ролл, кто лучше всех играет Пресли на гитаре. На это каждый ответит, конечно, Вася, 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 ну кто его не знает, Вася, 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 стиляга из Москвы, стиляга из Москвы, стиляга из Москвы, стиляга из Москвы.